это то, что позволит Вологодской области развиваться динамично в последующие годы, а можно сказать 10 лет. Сегодня, не скрою, большая неожиданность, ожидаемая неожиданность, потому что те люди, которые строили трассу М8, и те, кто строит М11, которые строят новый мост в Череповце, это те организации, которые очень хорошо зарекомендовали себя на строительстве Крымского моста и трассы Таврика. Ждем, что мост будет такой же красивый, прочный. А самое главное, он необходим для жителей города Череповца, всей Вологодской области. Можно что-то делать, но всегда при этом должна быть определенная душа. А душа к тому, кто его делает. И здесь видно это совмещение, состыковка, можно так даже сказать, когда профессиональные качества накладываются на то, что люди испытывают. Были синхронизированы между субъектами, потому что неправильно будет, если есть дороги, которые не переданы на федеральную трассу, но тем не менее связывают несколько регионов. Одной из таких важных дорог является дорога на Сергиев Посад, которая идет из Череповца, и как раз таки она будет проходить связующим звеном через Новый мост. От Череповца идет трасса на Сергиев Посад и дальше на Москву. Естественно, она востребована не только жителями Череповца, которые пользуются этим наиболее коротким маршрутом, но и это транзитный транспорт, который сокращает расстояние до Москвы, уже не через Волгу, а напрямую через ЧПС, более чем на 100 км в ходу. Понимая, что необходимо эту опорную сеть тоже приводить в порядок, мы запланировали порядка 1 000 000 000 рублей с 2022 года на ремонт полностью участка дороги 55 км от Череповца до границы Ярославской области. Вместе с тем, вот я вчера буквально связался с департаментом дорожного строительства Ярославской области, полноценный ремонт данной дороги в рамках БКД по территории Ярославской области на итоге смотрим. 200 км трассы проходят по территории Ярославской области, но они, конечно, тоже будут выделять финансирование, но будут дорогу ремонтировать отдельными участками. Не только взаимодействие конкретно регионов Вологодской области, Ярославской, то есть нужно поделиться немножко другой взаимодействие федерального. Я предлагаю на базе генерального директора Росавтодор провести совместное совещание в регионах. Да, согласен. Да. Да. Если нужна поддержка, безусловно, вы ее получите.